На эту информацию просим обратить внимание автолюбителей. Завтра, 22 декабря, с 17:50 до 19:00 будет перекрыт центр Владимира. Нельзя будет проехать по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской, на участке от улицы Студенная гора до площади Фрунзе. Автотранспорт будет направлен в объезд. Это введено для безопасности гостей, которые придут на открытие новогодней ярмарки.